Опа! Друзья, а задумывались ли вы, что каждый из нас живет по-своему, по-настоящему в таком красивом и уникальном месте? Современные реалии таковы, что мы каждый день куда-то бежим, к чему-то стремимся. День сменяет ночь, ночь сменяет день. День – работа, работа – дом. И как белка в колесе. Не правда ли? И со временем наш взгляд замыливается, и мы перестаем замечать окружающий наш мир. А что, если немного замедлиться? Немного остановиться? Так сказать, почувствовать. Для чего мы живем? Стараемся делать небольшие паузы в нашей жизни и просто выходим на природу погулять. Мы забыли взять нашего четвероногого друга. Вот он, красавец наш. А зовут его Сэм. Собака породы лабрадор, летающая собака, как мы еще называем. Вот он так радуется каждый раз, когда мы выходим на прогулку. Вот сколько радости у него. Сэм! Ну как же, надо обязательно свои дела справить, да? Кстати, Сэму у нас уже 5 лет, и по собачьим меркам он уже практически прожил треть или там полжизни своей, но энергии у него, честно скажу, прям через край. По своему характеру он прям подросток. Кстати, ни для кого не секрет, что лабрадор – одна из самых добрых собак среди всех. Но мне кажется, если бы был конкурс на самую добрую собаку, наш Сэм однозначно бы победил в этом конкурсе. Мне кажется, его можно засунуть руку по локоть в пасть, и он при этом ее только оближет. И все. У нас есть в этом лесу одно очень классное место, в которое мы любим ходить. Смотри, какая тут красота! Круто!